Всем привет! Знаете ли вы, что общего между слонами, автомобилями, природным газом и интернетом? Сейчас расскажу. На тепловых электростанциях с помощью газа вырабатывается электричество. Вы можете зарядить свои гаджеты, выйти в онлайн и увидеть меня. Одна из станций построена на Северном Кавказе, в городе Грозном. Летом 2019 года она заработала в полную силу. Станция стала новой достопримечательностью. Видите эти мощные башни на въезде? Они построены в вайнахском архитектурном стиле. Средневековые башни вайнахов – это памятник мирового зодчества и гордость Чеченской Республики. А это башни главного корпуса. Внутри него современные газотурбинные установки. Они – мотор станции, мощность 360 мегаватт. Для сравнения, это примерно 4000 легковых автомобилей. Впечатляет, не правда ли? Чтобы построить такую станцию, из Петербурга в Грозный привезли гигантские газовые турбины и генераторы. Они проделали длинный путь. Сначала по Ладоге до Белого озера, потом до Рыбинского водохранилища, затем вниз по Волге до Каспийского моря, а оттуда в Махачкалу. И дальше до Грозного двое суток на грузовиках, на небольшой скорости и только в темное время суток, чтобы не мешать городскому транспорту. Почему так сложно? Да потому что каждая турбина весит как 40 слонов, а генератор еще больше. Но главное, что станция работает на природном газе, а значит, производит электричество и тепло без вреда для окружающей среды. И это очень важно, потому что все мы хотим жить на чистой планете. И слоны, кстати, тоже. У меня на сегодня все. До новых встреч. Будет интересно.